Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, Иван Андреевич. Аллочка, что расскажете, что нового? Что, как вы чувствуете весну? Да вы знаете, я накануне 8 марта вспомнила, что я вас не поздравляла с 23 февраля. Так многие вспоминают. А некоторые это вспоминают 9 марта. И я вам приготовила настоящий мужской подарок. Это утиный манок. Да, вы смотрите, вы можете поманить, вокруг соберется вас много уточек, и вы одну незаметно можете пырнуть ножичком. А, я еще умею переводить. То есть вы я... Спасибо. Вы сказали, что на мне красивое платье. А, вы знаете, я вспомнил, знаете что, очень интересно, Брайан Кан, это человек, с которым мы с Владимиром Познером ездили по Америке и снимали передачу «Одноэтажная Америка», он охотник, и когда мы расставались, он мне подарил, удивительную вещь, он мне подарил манок на оленя. Ну вот. Вот, и что очень важно, мочу самки оленя в баночке, который приманиваешь. Так что теперь я знаю, что вам дарить на 8 марта. Алла, расскажите, что... Спасибо. Что за репортаж? О чем вы в своем первом весеннем обращении к нашим зрителям поведете рассказ? Вы знаете, меня на Первом канале нельзя показывать больше раза в неделю. И у меня завалялся репортаж «Стоп Гир». Да, это прекрасное английское шоу. Я поняла, что я на самом деле перерожденный гонщик, потому что там у меня выросли мужские корни. Да-да-да, и потому что мне нравится запах бензина. Я это вот не исключал никогда. Жены. Жены резины. Жены резины, выхлопных газов. Ну, Алла, о чем говорить? Все это мое. Все это ваше. Родное. Так. Я придумала новую заставку для своего острого репортажа. Пожалуйста. Она будет с песней. Давайте-ка послушаем. Джингл! Сегодня репортаж мой будет «Стоп Гир», но там ничего не будет про лошадь. Но чтобы он был веселее в два раза, надо два раза хлопнуть в ладоши. Хлоп-хлоп! Вы не хлопнули. Хлоп-хлоп. Нет, если человек не хлопнул, вы будете петь второй раз, поэтому я на всякий случай хлопаю. Алла, и прошу сейчас вас, Алла, во-первых, больше не делать джинглов. А во-вторых, давайте смотреть репортаж. «Стоп Гир». Разыгрываются бесплатные билеты на «Стоп Гир». Кто лучше споет песенку про автомобиль, тот получает два билета от Первого канала в подарок. Ну, я петь не буду. Не, я не умею петь. Не, не надо все. Я не пойду. А я сяду в кабриолет. Задорник. Риэлторские услуги, Денис. 8-915-222. И уеду куда-нибудь. С присядочкой. Если вспомнишь. Вручаем? Квартиры в Москва-Сити. Так. Кому нужно, обращайтесь. Сколько стоит? 70 миллионов. И у вас нет денег на билеты. Здравствуйте, господин Кларксон. Какая ваша самая любимая машина из русских? Жигули? Посмотрите, well, они strong. Такие сильные. Это very good. Да, yes, очень very good. They're very good. И такая so красивая. Я бы лучше, конечно же, на такой ездил. Well, this, нет, это so. Нет. Это нет. No. А вот this это very очень good. Красиво. Merci beaucoup. Мы стараемся. На встречу приключениям! Расскажите, пожалуйста, сколько у вас русских автомобилей в гараже? Сколько у меня русских машин? None. Ни одной. Ни одной. No. Простите. Нет, ни одной. Why? I have an Indian. У меня есть индийская машина. А вы сами покупаете машины или вам их дарят так же, как и мне? It's not a stereotypical не самый типичный русский вопрос. Нет, мне no, приходится покупать машины по полной цене, между прочим, потому что я работаю на BBC, поэтому я не могу получать никаких подарков. И, кроме того, я урод, поэтому мне никто бесплатно ничего не подарит. Вы не против, если я включу свою любимую музычку? Она ж придурочек, мой сон. Это в России! Это в России!
А возите ли вы с собой в автомобиле биту, монтировку для того, чтобы обороняться? Yes, we travel with two security men. Да, у нас два охранника. One is from the former Russian спецназовец, and one is from the former British. Другой бывший английский спецназовец. И мы очень хотим, чтобы они подрались. One channel present for you. Сувенир. Dog. Собачка. Dog. Собачка, которая кивает. Sorry. Yes. Да, вот сюда. No, no, не-не-не, сюда надо ставить. Yes. Вот, смотрите. Я не знаю, много ли у вас таких собачек, но, надеюсь, такой породы у вас еще нет. We do. Да, у нас That's такие Dalmatian есть. Dog. Но это далматин. А у меня лабрадор. Окей, merci beaucoup. Спасибо большое. Au revoir. A bientôt. En français. Grazie. No, italiano. Prego. Sprechen Sie Deutsch? Алла Михеева, и у вас это ж Алла. Ну, раз вы понимаете язык птиц и язык уток, вы же мне подарили манок на утку. Смотрите, как вы думаете, что я сейчас вам скажу? Джереми Кларксон такой же классный ведущий, как и Андрей Малахов. Алла, не все утки вам подвластны, хочу вам сказать, друзья. Алла Михеева и «Острый репортаж». Спасибо огромное, Алла. Спасибо.